Чувствуешь аромат? Аромат замерло. Знаете, я вообще обожаю работать на кухне, вот честное слово, обожаю. Но с другой стороны, знаете, сколько надо здесь терпения иметь. Да. Пахнет все вкусно, так и хочется попробовать это и то. Ну а для того, чтобы у всех и у каждой получалось на кухне очень все вкусно, мы предлагаем вам набор посуды Велберг. Удачный! Название само говорит за себя. Это удачное приобретение. Итак, у нас в комплекте 4 кастрюли самых любимых, ходовых диаметров, чтобы мы могли готовить свои абсолютно любые блюда. 4 кастрюли, то есть не придется перекладывать из одной в другие какие-то чашки, чтобы готовить и освободить посуду. И в комплекте вы получаете не только 4 кастрюли, но еще и ковш. Ковш необходим. Да. Это так важно. Ну а теперь король комплекта. Это сотейник с особым антипригарным покрытием. Наш набор чем принципиально отличается от других? То, что он сделан весь из нержавеющей стали. А это что нам дает? Нам дает долговечность прежде всего. Элита вашего подарка. Сковорода сотейник, которую я демонстрирую, позволяет нам, я специально залил бульон, чтобы потушить абсолютно любые блюда. Перец, кабачки, баклажаны, сделать маленькие шашлычки, приготовить чикагбили, приготовить, конечно же, даже, к примеру, картошку тушеную. И эта сковорода сотейник входит в комплект. Вы представляете, какие вы блюда готовите? Абсолютно любые. И это полная комплектация с подарком на вашей кухне. Ой, забирайте скорее, пока есть в наличии, партия ограничена. Вы только вздумайтесь, 12 предметов. Оплачивать сейчас не нужно ни копейки. Предоплату вносить не нужно. Вы сейчас звоните, номер бесплатный, можно с мобильного. И наш оператор оформляет ваш заказ. Потом приезжает к вам на вашу ближайшую почту ваша посылочка. Вы приходите, ее забираете, только там оплачиваете. Воспользуйтесь этим дивным предложением, забирайте набор посуды. В комплекте вы получаете еще и кастрюлю объемом, внимание, 3,4 литра. А значит, отварите с легкостью прекрасную, допустим, курицу. Представляете, она легко помещается. И это не самая большая, кстати, кастрюля. Да. Чтобы вам было понятно технология приготовления, вы варите, создаете эффект томления, потому что в нашей посуде встроено многослойное капсульное дно. 5 слоев, то есть это 5-слойное капсульное дно. 5 слоев такого не было. А зачем так много? Рассказываю. Давайте вот сейчас на чистый покажу. Наша посуда, во-первых, это полная комплектация. Значит, докупать ничего не нужно. И все в едином стиле. В едином стиле. Красиво. Остается только выбрать ручки. Либо золотые, либо серебряные. Золотые еще пока есть, но их остается очень мало. Ой, золотые у нас очень популярны. Я вот сейчас просто вам продемонстрирую. Посмотрите, в чем разница. Набор называется удачный. Ну, просто разница именно в крышке. Да. Либо серебристая, либо золотистая. Я выбираю золото. Ой, Олег, и я тоже выбираю золото. Но, честно говоря, например, в качестве подарка своей подруге, для которой я уже присмотрела этот набор, да? Ей в стиль кухни подойдет именно серебристый. Теперь Серебристый, мне золотой однозначно. Теперь разбираемся по порядку. Во-первых, наш набор посуды имеет 12 предметов, значит, докупать ничего не нужно. Все кастрюли из сковорода сотейник выполнены из нержавеющей стали. Это самый долговечный материал. Плюс, обратите внимание, что наша сковорода, наши кастрюли выполнены с утолщенным капсульным дном. Посмотрите, пожалуйста, 5 капсул у нас на дне, а значит, равномерное распределение тепла. А значит, подходит для всех видов плит, включая индукцию. Стоп! Да. Заметили? Это важно. Для всех видов плит. Да. Неважно, какая у вас. Электрическая, газовая, галогеновая. Бывает галогеновая или это я? Бывает галогеновая, бывает, да, я видела. И даже для них подходит. А посмотрите, как все продумано. Вот у меня про дно вопрос. Здесь ты сказал многослойное капсульное, да? 5 слоев. Это 5 слоев. 5 блинчиков? 5 блинчиков. Они, знаешь, как идут в виде таких вот слоев. Первый идет из нержавеющей стали, так. Идет воздушная прослойка. Потом алюминий, опять прослойка, опять нержавеющая сталь. И заканчивая алюминием и нержавеющей стали, которая внутри. Обрати внимание, что у нашей посуды нет ни единого шва. А значит, со временем она никогда не треснет. Ну и последнее дополнение. Давай расскажем о объемах. Самое большое
большая кастрюля объемом 5,8 литра. Следующая кастрюля 3,4 литра. Следующая кастрюля 2,5 литра. Ковш 1,9 и сковорода сотейник, который идет в комплекте, диаметр 24 сантиметра и покрыта антипригарным покрытием. И плюс еще специальная мраморная крошка в виде напыления. Если вы давно хотели обновить себе посуду, сделайте это прямо сейчас, ведь это целый набор, 12 предметов, все самое лучшее. Ну и, конечно, это подарки, которые вы получаете. Итак, Олечка, давай расскажу, что наши телезрители получают 12 предметов. Кстати, Оль, какой ты выбрала цвет ручек, золотой или серебряный? Золотой. Золотой. Для подружки серебряный. Серебряный. Слушайте, ну выберите вы. Давай поговорим о сковороде сотейнике, чтобы мы как-то упустили его. Давай расскажем, вот что особенность. Дело все в том, что он покрыт антипригарным покрытием. А там еще и две ручки. Две ручки — это для того, чтобы можно было отправлять тихонькому, не говори, в духовку. Даже в духовку? В духовку. И в духовке можно щупом проверять? Можно в духовке, только без крышки стеклянной. Ну, это понятно. Да. Представляете, какая выгода? 12 предметов. Вы достойны всего самого лучшего.